Всем привет, дорогие кролиководы! Сегодня хочу поделиться такой идеей, как изготовление поилок для кроликов при помощи консервных банок и пластиковых бутылок. Сейчас на улице зима, и я столкнулся с такой проблемой, что поилки замерзают, ниппельные, и вообще вода замерзает. И делал я еще поилочки из двух пластиковых бутылок разного объема. Но такая была проблема, как разгрызание этих поилок. Кролики, как вы знаете, очень любят грызть все подряд. И хватало их ненадолго, но поменять недолго было их, поэтому в течение 5 минут я заменял их, но все равно надоедало. И вот пришла идея. Значит, берем пустую консервную банку, при помощи молотка обстукиваем края, чтобы кролик не резался, мордашку не порезал. И с помощью строительного фена, ну, можно подобрать, конечно, такой объем бутылки, чтобы она входила в жестяную. С помощью строительного фена уменьшаем объем данной бутылки. Сейчас покажу, как это происходит. Значит, берем пластиковую бутылку, набираем водички туда внутри, чтобы объем бутылки от фена не так быстро уменьшался. И с помощью вращательных движений уменьшаем объем бутылки, чтобы она входила сразу в жестяную. Итак, потратив примерно около 5 минут на уменьшение объема пластиковой бутылки, я добился того, что она идеально входит в жестяную. Теперь следующим шагом нам необходимо обрезать пластиковую бутылочку. Итак, пластиковую бутылку я обрезал, оставил лишь небольшой хвостик для того, чтобы было удобно ее вытаскивать из жестяной банки. Сейчас пойдем в сарай, я прикручу и посмотрим, как все это работает. Да, не забудьте перед этим сделать в жестяной бутылочке, в жестяной банке дырку для самореза, чтобы прикрутить поилку можно было в крольчатник. Так, дорогие кролиководы, с помощью шурупа и шуруповерта прикручиваем нижнюю часть нашей поилки к клетке, в которой сидит кролик. Вот моя кроличка обиделась, испугалась, что я шумлю тут. Так, сейчас я прикручу, посмотрим, как это работает. Так, поилка прикручена. Хорошо. Внутренняя часть легко вставляется. И доставать очень легко при помощи хвостика вот этого оставленного. Края не будет обгрызать кролик. Остается только налить водички и пользоваться. Наливаем теплую водичку. Все, поменять водичку не составляет труда, достается она легко. Даже если она замерзла в зимнее время, вода, достали пластиковую бутылку, она мягкая сама по себе, вытряхнули лед, поставили обратно, налили свеженькой водички, кролик пьет. Очень доволен, радуется, смеется.
В общем, вот моя идея. Всем спасибо за внимание. Кому понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много очень интересного. Всем пока!